Привет, ребята! С вами канал Владелец Аквариума, я Дима. Сегодня суббота. Был на рынке. Как всегда, заглянул на птичку. Ну и с птички с пустыми руками не вернулся. Никогда у меня не было сиамских водорослеедов. Вот троицу взял в свой аквариум. И также попалась буцефаландра на лаве. Ну, вот сейчас буду все это переводить в аквариум сиамских водорослеедов. А буцефаландру, наверное, буду обрабатывать, может быть, перекисью, потому что я видел, там на ней есть нитка. Вид буцефаландры не знаю, будем определять. В общем, пока все. Включу уже, когда все будет в аквариуме. Итак, сейчас будем осуществлять запуск водорослеедов в аквариум. Водичка сравнялась по температуре. Сейчас возьмем ножницы. Так. И разрежем пакет. Где-то тут чикну. Так, вот так чикнул. И водорослееды. Один есть, пошел. Второй есть. Третий есть. Так. Ну все, они в шоке. Один, второй. А где третий, не вижу. Где-то он уже запрятался. Ладно, свет пока выключаю. Пойду заниматься буцефаландрой. Вот. Пусть привыкают, ребята. Так, сейчас посмотрим, что за буцефаландра тут у нас. Ее состояние. Ребята, не знаю, как вот одной рукой снимают и что-то делают. Я просто не представляю. Это так неудобно. Это реально очень неудобно. Так, буцефаландра. Смотрим. Что это за сорт? Листья такие красивые, интересные. Это может быть purple или еще что-то. Будем смотреть в интернете. Нитка присутствует на корнях. Есть один отросток. Второй отросток, это хорошо. И она уже на лаве примотана такой серьезной леской. В общем, набрал я с моего аквариума воды. Сейчас, наверное, я сюда добавлю немножко перекиси, подержу и потом отправим ее в аквариум. Итак, вот водорослееды среди сомов. Все три в сборе. Я самам кинул корм грановый. Ну и водорослееды уже не теряются и тоже вместе с сомами плавают, там что-то пытаются корм щипать. Вот буцефаландра, недавно приобретенная. Я обработал ее перекисью. Отрезал вот одну часть ствола и там еще сзади вторая, в общем. Получается один большой куст, куст с двумя отростками, вернее ножка. И с другой стороны там тоже еще одна ножка, которую я отрезал, еще один отросток. Получается 4 кустика. Интересная такая окраска, посмотрим, я поищу сейчас в интернете, на акваформе, что же это за разновидность. Вот. И потом или сделаю новое видео, или просто напишу. В общем, на данный момент вот так все выглядит. Рыбы едят. Суббота. Как обычно, прошла с походом на рыбий рынок. Пополнилась коллекция рыб. И пополнилась коллекция буцефаландр. Кстати, вот
Буцефаландра брауни Аполло, так выраженная у них не вот жилка листа. И вот эта Буцефаландра, ну, чем-то схожа, но это светлее. В общем, пойду искать, гуглить и смотреть, что же это за буцка. Все, всего доброго, спасибо за внимание.